Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе победителя Евровидения 2014, решил публично рассказать о своем диагнозе после угроз разоблачения от бывшего друга. Певец отметил, что благодаря лечению он здоров. Австрийский артист Томас Найвирт, известный как Кончита Вурст, сообщил в Инстаграм о своем положительном ВИЧ-статусе. По словам певца, этот диагноз ему поставили еще много лет назад, но он не хотел публично афишировать ВИЧ-положительный статус. Однако один из близких в прошлом Найвирту людей стал угрожать ему распространением этой информации. «Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь», минус подчеркнул певец в публикации. Найвирт отметил, что семья и близкие были в курсе его диагноза и благодаря лечению он здоров и полон сил. Напомним, Найвирт обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе Евровидения 2014 в сценическом образе «Женщины с бородой»,